Ну что, всех приветствую на канале. Успели уже глянуть второй день турнира? А вот вам и третий подъезжает. Не спеша. Здесь надо миссии будет выполнять. Ну, посмотрим по обороне, что у нас. Оборона у нас D. Понятно. Топ-10. Вчера, я напомню, мы прошли идеально. Вообще не было никаких загвоздок. Пока что на третий день одно поражение. Но сегодня будет сложно. Не бывает такого, что идем без поражений. Все четко, чисто. Фартит, везет. То есть когда-то, но мы слетаем. Значит, опять нам попадается моно зеленая. С такими вот ребятами. Ну, этот тоже неприятный. Все быстрые. По центру Франц. Ну, давайте. Понеслась. Что мы видим? Так, по камням сразу определяемся. Есть камень, есть. Так, если мы сейчас подвзорвем, то, наверное, все-таки не лучшим будет образом это все. Ну что ж, Франц улетел, теперь раскидка идет по углам. Раз, два. Наверное, надо забрать. Я так считаю. Так, посмотрим. С четырех камней уберем ее. Нет. 5 хп. Ну, это классика жанра. 5 хп оставили ей. Давайте сейчас снимем дедом всю эту гадость. И поехали. Раз, два. Кто останется у нас здесь? Ну, неприятный это Кингс. Остальные более-менее. Можно перетерпеть. Ну и что, добиваем? Добили. Класс. Фух. Пока что тактика работает в плане зеленых камней. Здесь, ну здесь, конечно, надо поддаться искушению. Здесь зеленый центр. Если я поставлю сейчас желтых, я, наверное, сольюсь. Хотя разумно здесь ставить желтых. Но здесь есть морель, которая нам может напихать. Все бронированные. Здесь насмешка. Здесь понятно. Давайте рискнем опять зелеными. Если сейчас сливаем, то меняем команду. Так, раз, хорошо. Давай еще вот здесь, может, зеленые подъедут. Ох, как. Ну, смотрите, не прогадали, как говорится, с зелеными камнями. Так, накидываем. Раз, два, три. Сейчас посмотрим, сколько они получат все. Так, так, ну давай. Сюда. И сюда. Все-таки эту женщину надо снести. Так, обрушиваем поляну. Ищем зелень. Давайте, пока они в песке прогорят. Хил. О, шикарно. Шикарненько, шикарненько. Насмешка. Ну, насмешка меня здесь особо не волнует. Так, там морель. Мы его сейчас заберем. Я надеюсь. Я очень сильно надеюсь, что мы мореля сейчас заберем. Что он не уклонится, ничего с ним не будет. Да. Ну и здесь песочек. 103. Ну все, улетаем. Так, зеленый пруд. Вообще бомба. Бомба, ребята. Зеленый пруд. Ух, здесь два синих. Ну, поехали. Два синих. Так, надо подумать. Есть шанс сложить раз, два.
Или трип кидануть в сив. Да, в сив подъехали. Подъехали камешки. Дальше чуть-чуть разъехались. Ладно, сив там на контратаку подключает. Как бы тут... Там в любом случае контратака будет от сив. Ну давай-ка еще сюда вот загоним. Как-нибудь аккуратненько. Посмотрим, сколько даст. Ну-ка, пингвину. Пингвин здесь самый опасный. Ладно, пойдет. Пойдет. Ну, подъезд зеленый. Не хочет. Не хочет. Ладно, как хочешь, не подъезжай. О, а там пятерочка как раз. Сейчас все будет. Ребята, сейчас все будет. Мы зарядим как надо. Должны успеть снести. Ах, насмехается, зараза такая. Насмехайся. Блокирнет? Ух ты, блин. Насмешка до сих пор, да? Работает. Сейчас по закону жанра должны нам отключить камни. Ну, давай где-нибудь зелень вот здесь искать. Давай. Пока ходы, пока живем. Ну что такое зелень? Подъезжай. Я ее даже не заряжаю. Есть зелень. Ай, блин. Зараза. Как бы тут так походить аккуратно. Сильно, чтобы не скидывать. Блин, здесь компьютер делает прямо, ну вот, все, чтобы нам не повезло. Блин, сносит, зараза. Ну это трындец. Ну вы видели, да? Что здесь просто тупо программа, ну, не дала. Не дала. Ну зато здесь сейчас даст. Прямо есть такое чувство. То сейчас будет все как надо. Не расслабляемся, так сказать. Так, есть вариант прокинуть так, есть вариант прокинуть здесь. Зеленых, ё-моё, не вижу. Вот они выехали. Как назло. Именно в процессе, когда зарядились эти дамочки. Так, один камень нужен. Зеленый один. Опять она. Да что ж такое? Все под нее подъезжает. Сейчас она очень больно ударит. Просто капец. Да, дела. Дела. Неужели второй будет проигрыш? Неужели нас сейчас система так красивенько сольет с турнира? Ну, здесь уже, в принципе, бесполезно. Да, по красоте нас сливают. Очень красиво. Но мы сейчас поменяем команду. Так, ну, хотя нет, ну, опять синие. Ну, что тут менять? На кого? Нет, ну, этот бой мы выиграем. То есть нас пропустят, я думаю, в четвертый день. Сейчас, конечно, будет очень тяжело, но зеленые будут подъезжать, я уверен. Под морелем. Сейчас кто-то погибнет. Да, вот они, зеленые.
напихивают моей этой дамочке. Блин, морель ударит. 4. Ну, сейчас будет размен, смотрите. Значит, 1, 2, 3. Синие сюда. Зеленые. Здесь пятерка должна подъехать. Да, подъезжает. Ну, ничего страшного. Он живет. -2. Мне остается боковина. Боковины несложно будет снести. Тем более еще раз зарядились. Да, то есть мы проходим в 4-й день живы. Но 2 поражения, это, конечно, система тут попила. Но я вам говорил, что не будет. Отключен камень. Ну, конечно, в топ-5, но понимаете, то есть для топ-1 можно было зайти, но не сегодня. Не сегодня. На этом будем заканчивать. Всех, так сказать, благодарю за просмотр. Всем желаю удачи. Рассказывайте, делитесь вашими впечатлениями от турнира. Кто как вообще летит. Может, кто-то уже вообще вылетел. Ладно, пишите, в общем. Пока-пока.